хоть это было и трудно, но я принял решение, работать больше никто не будет. Каждому россиянину предлагаю раз в месяц начислять пособие по 300 тысяч рублей. Извините, если мало, но бюджет не резиновый. Больше пока не могу. Пенсионный возраст теперь будет начинаться с 16 лет, чтобы дети спокойно могли получить хоть какое-то образование. Это образование им будут давать их родители. Надеюсь, все понимают, почему. Правильно, работать больше никто не будет, а будут жить на пособие. Оплата услуг ЖКХ отменяется. Также отменяется бесплатная медицина и, самое главное, день недели – пятница, чтобы от счастья не напились, не спились. Хоть это было и трудно, но я принял решение, работать больше никто не будет. Каждому россиянину предлагаю раз в месяц начислять пособие по 300 тысяч рублей. Извините, если мало, но бюджет не резиновый. Больше пока не могу. Пенсионный возраст теперь будет начинаться с 16 лет, чтобы дети спокойно могли получить хоть какое-то образование. Это образование им будут давать их родители. Надеюсь, все понимают, почему. Правильно, работать больше никто не будет, а будут жить на пособие. Оплата услуг ЖКХ отменяется. Также отменяется бесплатная медицина и, самое главное, день недели – пятница, чтобы от счастья не напились, не спились. Хоть это было и трудно, но я принял решение, работать больше никто не будет. Каждому россиянину предлагаю раз в месяц начислять пособие по 300 тысяч рублей. Извините, если мало, но бюджет не резиновый. Больше пока не могу. Пенсионный возраст теперь будет начинаться с 16 лет, чтобы дети спокойно могли получить хоть какое-то образование. Это образование им будут давать их родители. Надеюсь, все понимают, почему.